конечно, это в адресе абсолютно под надуманным предлогом, что вручает то, что это все наносит ущерб и без того подорванному отношению между Россией и Соединенными Штатами. Надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым каким-то результатам, хотя уже сейчас, вот, цитирую средства массовой информации, такие радостные высказывания бывших функционеров обамовской администрации о том, что теперь-то, после этих ударов, сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным. Надеюсь, что они будут посрамлены, хотя, безусловно, выводы свои мы для наших будущих отношений с Вашингтоном будем делать.